человек бесконечно может смотреть на воду, огонь и работающего человека. Как видите, все это у нас в наличии. Посмотрите, как местные аборигены готовят себе курицу. Вот так они готовят прошлогоднего ореха. Олень. Молодого прошлогоднего ореха готовят к спаливанию. Этот молодой прошлогодний орех совсем недавно еще был зеленым. Да, и пушистым. Поэтому он очень плохо рубится. Но местные аборигены очень настойчивые. Они стремительно идут к своей цели. И хотят есть курицу еще сегодня. Поэтому орех будет разрублен и спален, несмотря ни на что. Смотрите, 3D-эффект в камеру, дрова такая. А теперь 3D-эффект нашего кинозала. Специально для зрителей. Оператор с риском для жизни снимает это видео. Оператор рискует. Сидели. Вот он, потерявший сознание оператор. Но он не устает и продолжает снимать. Лежа на земле. Вот он, этот феноменальный эффект, который мы так хотели увидеть и получили палкой по голове. Вот он, этот кадр, ради которого так долго мы сидели. Аборигенская тема. После успешного перерубливания ореха аборигены садятся попить чаю. Попить чаю.